Сегодня мы идем в зоопарк. Едешь, Гома? Едем. Едем. Зоопарк. Тайваньский зоопарк Гаосюни. Вот мы и приехали в зоопарк. Нет. Зоопарк. Это территория зоопарка, и мы сейчас пойдем искать мне девушку. Это парковка. Какая мне девушка? Обезьянка такая красивенькая. С красной задницей. Мы идем по следам на пути в зоопарк. Мы видим тут какого-то коня, какие-то шимпанзе видим. Это у нее, наверное, ногу оторвали и вот так вот делали. Вот билетики в зоопарк. Кума. We never see white tiger. White tiger. Okay. Марианка только что услышала звук рычания. Кого ты услышала? Какого-то зверя. Какого-то зверя, это ребенок кричит. Здесь есть вымирающий вид белого тигра. И мы посмотрим на него. Белый тигр. Мы никогда не видели белого тигра. Сейчас мы видели белого тигра. Белого тигра. В первый раз в жизни видим белого тигра. Он просто великолепен. Здесь очень красивый рельеф, склон вниз, склон вверх. Каждое животное находится в комфорте и в хороших условиях. А теперь немножко урока тайваньского языка. Да, ши, нет, бу ши. Мы только что проходили какой-то магазин и остановились на чае. Решили посмотреть, что там за чай, и нас просто угостили чаем, да? Как дорогим улуном. Это очень дорогой сорт чая, улун. Да, там он стоит почти 2000 тайваньских долларов. Это нам не по карману. Но нам по карману выпить это бесплатно. Кампай! Кампай — это по-японски. Сережа вечно говорит кампай. Миша! Огромный большой зуб. Иди сюда. Ой, какой хороший.
О, только что этот хотел его укусить. Мы сейчас ходим по разным местам и смотрим, как тут творят люди. My name is Jiawei Zhang, and I'm from Taiwan. And here's my some artworks, and I also create some commercial stuff. And here's my shop, and here's my studio. Yeah. Okay. Nice to meet you. Он сам по себе перфекционист, и поэтому это можно заметить, как он разлаживает все свои вещи. Сейчас мы будем идти искать обезьянок. Наконец мы добрались до обезьян. Сзади меня очень много обезьянок. И эта обезьянка как солдат. Ходит в сторону со стороны. Наверное, защищает свою территорию. Короче, очень классные обезьяны. Одна тут очень была злая и показывала нам, какая она сильная. А один тут старый обезьян, он просто мотылялся со стороны в сторону. Вот, а сейчас мы... Он делал зарядку тайчи. Да, какую-то такую зарядку делал старый обезьян. О! Это очень весело. Люди ездят на мопедах просто по тротуарам. У меня шок. Как мы ходим, они ездят. Тут очень мало людей ходит. У всех есть мопед. И ходим тут, ходят тут только туристы. Последний раз я был в зоопарке еще в детстве, и прошло очень много времени, и надо почаще приходить в зоопарки. Каждый человек должен смотреть, обязан смотреть на животных как можно чаще. Поближе к природе должен быть человек. А здесь мы видим верблюда, который очень любит жевать что-то очень долгое и нудное. Тут большие гиппопотамы. Кьют! Это тот, что иголками кидается. Смотри, я никогда такого не видела. Thank you.
Многие животные прячутся от жары в свои домики, и поэтому сразу невозможно заметить всех животных за один раз, и сюда надо приходить почаще, чтобы заметить всех и прочувствовать каждого. Тут удивительно, столько много животных, просто обоссаться. Добрый день, я сейчас писаю в туалете, совершенно бесплатно, и он очень комфортный. И тут все условия есть. Это так мило! Маленькие кенгурушки обняли друг друга и облизывают. Это просто высшая степень милоты. Послухайте, как лев горчит! Это рычит настоящий лев. Я бегу ко льву. Где? Где ты, лев? Мне кажется, он в пещеру свою залез. На сегодня наша прогулка закончена, зоопарк скоро закрывается. И мы поедем смотреть обезьян где-то в горах. How cool I? Вы очень милые. No quiero llorar al decir adiós, por Dios. С ума сойти, но тут очень много обезьянок. Очень много обезьянок просто рядом с людьми. О, please. Обезьяны подходят очень близко. Они не боятся людей, и они очень милые. Хотя говорили, что они очень злые, но они очень милые и добрые. Одна обезьянка пришла поближе, думая... Я еще в жизни не видела столько обезьян так близко, без клеток. Значит, когда зоопарк открыт, то обезьянок никто не кормит, потому что это нельзя делать. А когда зоопарк закрывается, после вот сейчас ближе к 6 вечера все начинают их кормить. Столько обезьян. Они уже с нами сдружились и практически нас не замечают. Мы чувствуем себя как дома, и они тоже. Тут одна обезьянка залезла, да, на мопед чей-то, начала его выковыривать, но ничего не нашла. А одна вообще устала и легла спать. На стол. Потому что они маленькие воришки. Обезьяны поели и хотят еще, но у нас больше нечем их кормить. Я нашла вот такую штуку, в которых я буду делать всякие украшения, всякие штуки. Я использую очень тут много тропических растений и очень много очень классных штук. Меня всегда тешит надежда, что где-то на другой планете люди так же само сидят в клетках, и какие-то другие расы или пришельцы смотрят на нас. Thank you.